Привет. Короче, все нормально, жив, здоров. Я сейчас в Киеве нахожусь. Вот, я в плену сейчас. Сейчас меня внимательно слушай. Дошли до Киева практически. Ну вот. Там отпор дали нам. И мы поехали назад в отступление. Вот. Там во время отступления меня оставили командиры. Ну и все подразделение с раненым. Вот. И получается, я в огороде всю ночь пролежал с этим, с раненым. Рану ему затыкал. Вот. Они уехали. По рации выходил на них. Вот. Сказали, что заберут нас. И, короче, так и не забрали. Короче, вас кинули. Кинули, да. Вот. Пацанов столько понаставляли. Раненых, мертвых. Просто никого не забирали. Уехали. Что надо делать? Что тебе делать? Тебе... Тебе нужно на командование части выйти, вот, и сказать им, чтобы они меня отсюда забирали. Вот. Они наступом бросили. Вот. Раненых никого не забирали, ни раненых, ни мертвых, никого. Всех просто лодкоходом шли, там, 30% может быть вернулось. Вот. Я скрипала со многими, не со многими мамочками. Я знаю, как бы, изнутри, что это вообще там, что это происходит такого на Кавахуле. Да, им вообще... Мы вышли на заполита. Заполит сказал, что ты в плену еще с четырьмя пацанами. Тут как бы он в курсе, но дальше вот коблин формат, это не так. Я все могу говорить? Да, говори, говори. Вот, в общем, он не дает информацию о ходу. Министерство обороны в списках тебя нет. Это мам, это ладно, это все, я понял тебя, что это. Вот. Короче, вот, потери большие у нас. Вот. Людей просто на убой завели, мам. Мне просто реально повезло. Я отправил запросы уже президента и по правам человека, и в Красный Крест. Министерство обороны, Министерство обороны по Кемеровской области, короче, ФСБшники, все это как бы занимают. Да, ничем они не занимаются, им вообще плевать абсолютно. Они не хотят, они не хотят нас забирать. Понимаешь, они говорят, что пленных нету. Вот. Я знаю, что Министерство обороны не вообще не одобряет такую информацию.